Ну что ж, стартует Дикая Рубилова. Так, я предлагаю начать за Егора. Вот, потому что в прошлый раз мы тоже начали за Егора. И он опять стартует спами. Они оба, в принципе, стартуют спами, но я бы сказал, что не повезло с респами, конечно, команде Егора, потому что сразу и магнумы, и зарядки уже, конечно, есть. У них сложно их выбить. Но они опытные игроки на этой карте. Будут действовать осторожно. Егор не ломится. Вот, знаешь, что есть стены на сетке. Но он отошел, получил урон, играет с такого, это был в центре. Вот, его почти достала рикошет, кстати. Вот. Вот такой подсистит. Не хотел дожать. Один хп выиграл. Это тоже когда-то. Блин, сразу вот это рамбл. Под сеткой происходит замес, забирает все оружие и блин, да, понял, давай сюда подсветить. Ну, пока что уходит, еще живет. Блин, да, надо аккуратненько ему застрейфиться. И он на свои дефолтные точки забирает. Окей, окей, окей. Должен, может, в принципе, сделать правильно. Отлично, фраг левела. Вот с этой уже хватит. И Скольта, конечно же, добивает его. Опять решается в спаме. Вот сейчас было бы очень здорово, если бы в то время, как центр отошел до полной точки, Егор резнулся как раз таки на пятерке. Но ему немного не повезло с респом, это на самом деле чувствуется. Вот. Только поэтому, мне кажется, счет сейчас 6-2 команды Егора. Ну ладно, это в принципе не то, что может влиять на исход матча, по крайней мере, не на таких минутах. Эйвил на Верочку. Против подстволки нет приема. Вот. Подстволочка, дробовичок, поехали. Зарядки нет. Хоми перестреливает Эвила, отлично его подловил, потом отступался. Ну, тем временем в центре, конечно же, делает фраг, что пока что 1-1. Так, центр получает большое количество урона, да. Остальная подборка летает от Эвила. Егор просто в упор не делает слэкшот. Вот, это то, вот о чем я говорю. Все, сейчас есть все шансы для того, чтобы взять контроль. Они как раз через секунд 10 появится зарядка, что, кстати, в этой карте очень важно. В центре, конечно, делает килл, но по нему есть инфа. В принципе, должен сейчас Егор... Ну, он не в позиции, да, он, к сожалению, на лоу-граунде. Но, в принципе, ничего, да, удается его достигнуть, и так это важно. Эй, блин, центры. Конечно, и батареи пожонглировал, как говорится, и шутганчиком засолил. Тем временем я пропустил вообще величайшее наказаловое от Робин Гуда, его же Эвила. С арбалета показал нам скиллы. Окей, посмотрим немного за него. Все-таки, как ни крути, но пока что контроль карты остается за командой СВ. Мне кажется, по много здесь причин в холме, он выглядит немного потерянным, мне кажется. То есть, если видно, как Егор перемещается очень быстро, очень активно, постоянно чередит противника, то холме постоянно вдалеке от следующих событий. Ну, мы его сейчас поругали немножко, переключили на него пов, вот, дадим ему фрёку, вот, со стрима, вот, поэтому, я знаю, что нас даже смотрят девушки, поэтому, девушки, болеемся за Хоми. Блин, как жестко просто развернулся и наказал, ну, тут явное невезение, как бы, можно было, конечно, сыграть аккуратнее, блин, ну, в принципе, ладно, этот размер в ноль, единственное, обидно, что, конечно, придется отжираться Егору теперь, избавил. Мейту и нарывается на пульт центра. Это уже стандартный мусор сегодня. Так, Эйвил идет немножко в обход. Да, окей. Закидывает, да, и пробирается потихонечку. Даже не к магнуму, а идет все-таки искать его. Да, ему, в принципе, арбалета хватает. Первого выстрела было за Эвилом, несмотря на то, что Егор как будто, не знаю, в прострации в какой-то вышел, у него что-то посмотрел такой, ну, чувствуется, видимо, уже немножко команда Егора подустала. Скажи, пожалуйста, чей у тебя пов сейчас? Санта. Окей, как раз переключился на него. Ладно, посмотрим, как вот он будет двигаться, ожираться и так далее. Окей, кидает хитрую гранату, но она не сработала. Вот, окей, вот вторая зато хитрая граната, помощь тиммейту по инфе, срабатывает. Идет сразу за кольтом, занимает позицию.
Нет, даже не чекает ничего, то есть он идет сразу за дробовиком. Это он поймал чью-то гранату? Вот что? Жестко, жестко. Вот это опыт на самом деле. Вот какой-нибудь кустик гранату не ловит. А, центр вот ловит. Красавчик, жестко было, я же охренел. Центр пока очень хорошо играет Кава. Вот, стоп фраги, нифига. Да, да. Это, кстати, важно иной раз, да? Знаешь, бывает не делать фраги, но и не умирать. Так, отходит, отходит. Ну вот, нафидел немного. Все, выбили, в принципе, пятерку, но центр появился здесь. Он, в принципе, с гранатой может здесь навести шорох. Магнум появился, то есть, в принципе, все в его пользу. Окей, промахивается, 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 получает хит, начинает перезаряжаться. Хотя у него две пули там еще есть. Должен, конечно, умирать, все здорово. Тем временем Эйвил, да, врывается под шумок, промахивается батареями и мешает, конечно, отойти. Тиммейт, видимо, его резнулся далеко, да, он получает инфу. Ну, в принципе, блин, он сделал на вот этом плюс бэк хил, да, да, да. Видно, что Егоры достаточно жадные, поэтому они, конечно, вынуждены ловиться, чтобы это преимущество сокращать, и на чем сэф успешно подавливает. Видно был фраг. Да, решил просто запуржить сейчас Егорку. Блять, что ты за люди на моем экране? Надо от них избавиться срочно. Так, Хоми уходит в подполье. Вот, поднимает аптечки, забирает дробовик и, в принципе, сейчас должен аккуратненько занять позицию повыгоднее. Вот. Делать много-много-много красивых фрагов на мувику. Да, это вот его дефолтная точка. Если ты как бы играл против него, то он очень любит стоять как раз там на верхнем кольце. В то время, пока его тиммейт берется. Окей, не попадает два достаточно простых выстрела. Дефолтную позицию выбирает, но все равно перестреливает Эвила за счет того, что он не попал слишком хорошо первый, не подкинул его. В центре промахивается арбалет. А нет, это был Эвил тоже. Да, там появился, промахивается с арбалетом. Так, Егор на банихопе. Так, подбивает, покает, так скажем, игрока команды СФ, покает опять на заряд. Понятно, зачем там, ну Хоми, он... Да, посмотрим за него, делает хорошие фраги, тут говорит. Не повезло, не повезло, но окей. Он, в принципе, резнулся на своей позиции, но не стал дожидаться мага. Да, решил нельзя зарашить. Сегодня нам магнум центра. Да, предлагаю немного посмотреть за ним. Егоры сейчас хорошо близко вместе сыграли. Центр должен умирать. Да, просто затащил его Хоми за собой, а ни одному кольда он не смог попасть. Пока Эвил отжирается, по нему, судя по всему, есть какая-то инфа, потому что пикает его. Егор пикает. Ой, блин, это какой-то кринж. Че-то еще происходит какая-то ерунда, блин. Надо это использовать, короче. Надо как-то хитро включать, чтобы Егоров начал побеждать. Но я не могу сообразить, как это мне сделать. Если ты придумаешь, можешь поделиться с ним. Не думаю, что придумаешь. Чатик, если есть идеи, как сделать так, чтобы заобузить повы стримера для победы команды Егора, мы выслушаем ваше предложение. Кстати, одной из сильных сторон центра, вот как игрока, что является вот недооцененным, на мой взгляд, потому что все об этом говорят, очевидно, даже в Forbes об этом писали, о том, что мало того, что у него сильный магнум, проводит, РПГ, так он еще и великолепно стреляет из гранат. Казалось бы, да, там стреляет из гранат. Но попробуйте, блин, ее поймать. Даже на вот SF сервере, где все достаточно легко ловить, Сентри умудряется их кидать так, что ты не то что не поймаешь, вот, и она тебя задамажит так, что ты сразу с 50 хп резнешься. Тем временем разрыв у нас сокращается. На следующий 7 фрагов. Да, но, как я и говорил, не повезло с респами. Ну реально, рэблам просто не повезло с респами. Ну ты прикинь, оба они взяли и резко респами.
это время как... О, да. Какие два хороших фрага. Вообще очень синхронно. Ну вот видишь, да, на биле у них вот этого не было, да? А здесь вот, в принципе, тоже есть. Так как карта не совсем вертикальная, в этом как бы причина. Ну, там все-таки возвращает контроль, а не снова, вот там... Обидный спаункер был. Да, да, да. Ну, ладно, как особенно с Терена Шутером. С этим-то особенно ничего не поделаешь. Егор наказывается. Снова комбочки, Егора? Да, да. Всего лишь три фрага, красавчики, собрались. Эвил, конечно же, там немножко подправил, там китовенького подзарядил по себе скорборд. Центр тоже подправил, в принципе. Да, это жесткие гранаты центра дели. Так, Эйбл забирает спам. Посмотрим, как он его будет реализовывать. Он пытается попасть директом. Не реализовал. Все равно, да, попадает рикошетом. Окей. Вроде ходовочка, да, от Эйбла. Да, Егор, великолепно. Ну, как-то не великолепно, на самом деле, достаточно стандартный хил сделал, но... Бывает тоже сложно такое попасть. Кстати, что еще вот отличает даже миксы, а я, ну, только миксы играю, и спайсы, и соли. Вот, то, что профессиональные, так скажем, игроки вроде там Фишера, Ни, там, Трэша, Уэйла, Афера и прочих, да, там, Саби даже того же, все достаточно сложно двигаются, то есть, казалось бы, он стоит перед тобой, возьми убей, а хрен ты по ним идешь. Замечал такое? Да, замечал. Это такое вот искусство, о котором я узнал, когда начал играть в Quake. Вот, например, такой игрок, как Кулер, никогда не отличался сильным прямо имом, он был просто, ну, типа, норм, да, как бы, чтобы с другими про потягаться. Но он умел так двигаться, что другие про по нему не попадали. То есть он максимально рандомно, максимально неожиданно, не предсказуемо. И вот, играя против Тейлора, как раз-таки чувствуется, что он очень чувствует вот почву и пространство вокруг себя. Прикольно, мы Егоров. Хотел сказать, что была ситуация, когда несколько минут обе команды играли вместе, очень близко, каждый тиммейт рядом со своим тиммейтом, и как только Егоры отдалились друг от друга, они сразу потеряли контроль над игрой. Да, присоединяюсь. Я думаю, что нам всем сейчас нужно... Мне кажется, здесь работает такая БДСМ-логика, знаешь, чем больше тебя чморят, тем больше удовольствия. Поэтому мы все должны, короче, упрёку направить на хейт в сторону Егоров, чтобы они начали играть лучше. Поэтому каждый сейчас в чате взял и сказал матерное слово про Хоми и про Егора. И особенно на Ютубе, вот люди, которые смотрят, это очень важно. Поэтому я скажу так, что Егор редиска, а Хоми колбаса. Не помогло. Все, как-то не равно. Не помогло. А может быть, просто у нас пик на ругательство, они еще не дошли. Да, 20 секунд там было. Очень колено здесь Хоми стоит. Да, посмотрим, как он будет раскручиваться в этой ситуации. Да никак. Против шотгана Эйбла в таком узком коридоре, вернее, в такой узкой маленькой комнатке, нету вообще шансов как-то избежать смерти. Но с другой стороны, он появляется на своей любимой позиции, на максимум, окей, делает, угадывает то, что... Ну или так сложилось просто, что он туда пошел тоже. Делает легкий килл, не может найти... Блин, ой, все-таки попал. Он вроде скинул его, да? Да-да-да, он скинул его за счет того, что... Попал в него из магма, но Эйбл веснулся в компах, поднял дробовик и, конечно же, разменял. Но Егор красавчик, то есть он продолжает, в принципе, эту самую главную часть контролировать, разрезать, тем временем 14 фрагов. Но у них есть сейчас все шансы. Отличная попытка префайра. Блин, жалко, не попало, потому что вообще очень, ну, очень так на мувик. Хит из магнума, потом через сеточку, знаешь, наперед, как с волхаком прям. Попал, ну, не хватает, на буквально там 15 хп выживает центры, вот, и будет ли он ловить его на зарядке, промахивается, к сожалению, центр все еще лоу хп, да, Хоми его по инфе отошел, но в тылу находится Эвил, как он будет действовать, вот сейчас посмотрим, включил режим охотника, он взял, включил дробь, с бочки бодихопит, промахивается магнум,
попадает 2 дроби, попадает 3 дроби. У него есть еще пустолки в арсенале, попадает. Он знает, он просто, да, префайрит. Он просто префайрит. Знал, что он будет его рашить, да, и демонстрирует великолепную скорость реакции, попадает и, соответственно, разделывается. Даже не получив значительного количества урона. Окей. Отходит потихонечку, да, восполняет свои ресурсы. Посмотрим. Ага, так, на Егоров. Не особо мне стали. Чем занят в центре? Он овладел кольтом. Вот, аккуратненько пикает сейву им, выходит. Очень сейфово. Ох, вот, какой хэдшот. Да, просто вот красивый, знаешь. Он не то, что красивый, он приятный. Вот не то, чтобы какой-то больной там, да, типа. Но такой хэдшот всегда приятный. Какой-то вау. Да, и стабильненько тоже два хита. Снова выбили себе пятерочку. Сейчас пойдет на зарядку. Знаешь, что... Какая-то бесшумная была граната. Знаешь, как вон ту гранату, помнишь, которую я сделал, похвалил в центре, ему как бы хоми говорит, hey, dodge this. Нет, не достал. Такой, нет, все, мог бы уже и притвориться, что да, блин. Что еще хотел заметить, то что... Заметно, что даже когда Егоры берут контроль своей ситуации и убивают обоих представителей команды СФ, представитель команды СФ очень быстро собирается, очень быстро камбэчит, очень быстро встречает друг друга, рашит с гранатами хорошо и так далее. Вот. Егор же, как только теряет контроль, ему нужно какое-то время, чтобы вернуться на волну. Вот. Из-за этого разрыв... очень сильно увеличился. То есть сейчас он стреляет на стане. Какой хороший хэдшот сейчас было в холме. Ну да, ну вот точная гранатка от центре. Всего 3 минуты до конца матча. Странно, две команды даже не пытались брать РПГ. Возможно, это шанс все-таки на камбэк для Егора. Все-таки 3 минуты, ну, я, конечно, мало такого видел. И как бы СФ, я думаю, если начнут чувствовать опасность, они могут замедлить темп игры. Блин, красивый приф. Ну как, не совсем прифайр. Ну, припает в центре, промахивается всю дробь с другой стороны, но ну, его оппонента тоже нету патронов, он все потратил, вот, и Эвил, конечно, за его. Ох, какой уже... красивый, еще вообще... с арбалета, еще отбил, да. Физику. Согласен, это очень зрелищно смотрелось, в центре красавчик. Так, Эвил занимает у нас серверную комнату, рашит пятерочку, знаешь, что там есть тиммейт, центр дерется, должен умирать здесь, да, окей. Так, у Эвила закончился дробовик, он отходит, ставит шарик. Центр, кстати говоря, пройдется тут недалеко. Да, да, и снова выбили они контроль. Стоит заметить, что они не только РПГ практически не контролируют, но и даже зарядку. Вот. И если СФ хоть сколько-то посещает зарядку, то Егоры были на ней раза три зайти. Да, согласен. В коме, да, я помню, типично сидел на ней вот так вот, как он любит. Вот, ну, знаешь, ну, я думаю, это связано с тем, что они очень быстро мобилизуются и рашат. Мобилизуются. Да, да. Мобилизуются и рашат, и просто не дают им возможности встать на карту. То есть даже если они делают там 2 килла, и там делают какой-то спаун-килл, то приходит там либо центр, либо эти, ну, наказывает их просто за это, вот пока те еще не успели капитализироваться. Что ставишь, Эвил? Ё-моё, Эвил, полегче. Я, кстати, сегодня это видел фотографию Эвила, представляешь? Надо дойти срочно выигрывать. Да, мне как Кашпировского зарядили, короче, свои фотографии. Надеюсь, с нуцами хотя бы. Ну, ну там все как надо. А, ну ладно.
просто добивает морально Эйвил противника. Ну, чувствуется, что все-таки, да, уже, конечно, Егоры немножко подустали, и, естественно, нельзя их винить за то, что да. они не верят в эту победу, вот, ну, карта была хорошая, да, я напишу ГГ. Середина карты было очень много всяких замесов бесконечных, вот, и красивых фрагов от всех игроков. Кстати, Коми сыграл даже лучше, чем Егор. Вот, мы его поругали, и это сработало. Надо было еще Егора больше рубить. Ну, мы исправимся.